предварительным данным, самоподрыв совершила уроженка Дагестана 30-летняя Наида Сиялова. По информации, которая имеется в распоряжении следователей, эта женщина зашла в автобус на одной из остановок и почти сразу после этого прогремел взрыв. Это подтверждает в том числе и выжившая после взрыва пассажирка рейса. В настоящее время следователи приступили к осмотру места происшествия. Допрашиваются очевидцы, выжившие во время теракта пассажиры, также изъяты и изучаются видео с камер наблюдения. По данным, полученным следствием, в медицинские учреждения госпитализировано 32 человека, из них один ребенок. 8 из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. 5 человек, как я говорил, уже как минимум погибло. Следствием уже назначен комплекс судебных экспертиз, результаты которых и позволят сделать выводы о мощности и виде взрывного устройства.